Предварительно человек упал в шахту лифта. Случилось это в связи с тем, что отключали электроэнергию в доме. Лифт остановился между 5-м и 6-м этажом, и человек, ну это предварительно опять-таки, попытался самостоятельно выбраться оттуда и, очевидно, упал вниз. Приехали скорая помощь, мы достали его, обезболила скорая помощь сейчас. Это самое, диспетчерскую работает. Разумеется, Валерка приедет и выйдет. Пока приехала, он вылез. И позвонил он Саше, сказал на диспетчерскую, что он упал. Так он о чем упал с лифта? Он уже разорвал. Разорвал. Разорвал дверь. Самостоятельно, да? Какой сильный Виктора? Полностью вырубили свет, и в связи с этим, это самое, не лифт сработал, а свет отключили, и произвольно это. Ну, а двусторонняя связь была с этим. А, ну вот пол, допустим, вот здесь. Он начинает вылазить. Отойди. Ничего. Да не там ничего не так вольный, уже он торчит там на руках. И он это на руки отперся, может, руки сорвали. И уже Ну, по предварительным данным, подняли документы на дом с лифтом. Лифт абсолютно исправный, проходил техническое обследование. Следующее техническое обследование в 2017 году. Это то, что касается лифта. То есть каких-то причин в лифте, поломок предварительно не обнаружено. На данный момент ждем инспекцию, которая даст как бы полное заключение по этому лифту. После того, как будут закончены все работы следственные, инспекции, лифт будет восстановлен и введен в эксплуатацию после проведения испытаний.